Значит, история в следующем. Оля офигела, иначе не скажешь, потому что они требуют сумасшедшие деньги. Значит, ну, в общей сложности, а они же и ребенка своего продали, я не знаю, сколько они там за Василису заплатили, но, в общем-то, они где-то 1350 в месяц получали, ну, получают. Вот теперь представьте, господи, что там идет по телевизору. Значит, она, ребята, я не могу перевернуть экран, я сходила на массаж, я устала, капец, ну тут такой массаж классный в отеле делают. Ну не, да, в общем, 350, сейчас второй ребенок, вы себе можете представить, там по полмиллиона им надо будет платить. Поэтому я думаю, что зрительское голосование, оно не имело никакого значения, это они так откупились. Проект. Лучше вот дать им квартиру, а через какое-то время мы сейчас увидим, что они уйдут с проекта. Я думаю, что это мудро. Но там же не дают квартиру в центре города. Спасибо большое, моя дорогая, вас тоже с наступающим. Ой, в Баку, я была в Баку. Сейчас расскажу, я была в Баку, Араза Агаларова, к маме его мы летали, прелесть. Значит, слушайте, поэтому там, знаете, такая квартира малогабаритная, ну, такие, ну, в новостройке все, но где-то там на окраине, она малогабаритная, естественно, однокомнатная, поэтому они сдохнут вместе на той территории. Это надо обставлять. Во-первых, там эти маленькие квартирки скупают черти кто, я вам хочу сказать. Эту Олю потом так все достанут и Диму. Дима вообще без принципов, я Димой разочарована, потому что Дима предал маму. Дима ведет себя не как мужчина, он подводит ребят, пацанов. А там есть нормальные ребята на проекте. Рома, господи, я прям забыла их имена. Ну вот Рома и с кем Рома дружит. Поэтому вот в чем заключается Олина победа. Не потому, что все так балдеют от Оли. Вот, ну и ладно. Да, в Баку прелесть. Какие